Символ эпохи и революции. В Ульяновске заработала выставка, посвященная Эрнесто Че Гевара. Лидер кубинской революции родился 93 года назад. Но даже спустя полвека после смерти команданты пользуются огромным успехом во всем мире. Экспозиция показывает жизнь кубинского лидера в хронологии. От детства, первых успехов на политическом поприще до всемирного признания. Об истории революционного движения 20 века ульяновцам решили рассказать активисты регионального отделения ВЛКСМ и партии «Коммунисты России». Уникальные фотографии и документы также предоставил Ленинский мемориал. Это один из немногих абсолютно искренних людей, который всю жизнь боролся за свободу, счастье, независимость и достойную жизнь простых людей, причем с оружием в руках. И поэтому он стал легендой вообще коммунистического движения и вообще, я бы сказал, легендой 20 века. Выставочный проект – это и продолжение сотрудничества Ульяновской области с Кубой. В 2019 году на Международной гаванской экономической ярмарке ульяновцы договорились о сотрудничестве с торговым представителем и послом России на Кубе. Причем сотрудничество не только в культурной сфере, но и в экономике. Кубинцы очень заинтересованы в развертывании производства УАЗа на Кубе. У них есть особая экономическая зона, причем туда будут приходить наши машинокомплекты, то есть производиться-то они будут в Ульяновске. Это даст нам возможность рабочих мест, дополнительных средств. Выставка проработает недолго. Она будет открыта всю следующую рабочую неделю с 14 до 16:00 по адресу улица Гончарова, 54. Анна Тищенко, Улправда ТВ.